Петрова Людмила Анатольевна, директор городского дома культуры Советского района города Брянска. Городской дом культуры Советского района поздравляет всех мужчин с праздником благородства и чести, праздником мужества, с Днем защитника Отечества. В этот день искренне желаем вам добра, счастья, благополучия, здоровья, мира и оптимизма. Отдельно хотим поздравить близкого друга нашего Дома культуры, участника Великой Отечественной войны, Мазилова Александра Максимовича. Искренне благодарим вас за то, что дали нам возможность жить в мире без войны. Спасибо за отвагу, смелость и доблесть. Желаем вам в жизни видеть только позитив, искренние улыбки, благодарность, верность друзей, а сердце пусть согрето вниманием, любовью и заботой родных и близких. Мой старый добрый друг, за праздничным столом нальем и стоя выпьем за победу. Так жив жару и свет под вражеским огнем, летят года, но не забыть нам это. За тот весенний день единственный тобой, он в памяти как будто был вчера. За тот великий день, за тот священный бой, ура! 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 За тот весенний день единственный тобой, он памяти как будто бы вчера. За тот великий день, за тот священный бой, ура! 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 Ты помнишь, как Берлин на танковой броне врывались в войны ясной атаки и корчились в пыли на выжженной земле, в огне сражений вражеские флаги. За тот весенний день единственный тобой, он памяти как будто был вчера. За тот великий день, за тот священный бой, ура, ура, ура. Вот однажды май все небо озарил салютами победного парада. За тот весенний день единственный тобой, он памяти как будто был вчера. За тот великий день, за тот священный бой, ура, ура, ура. За тот весенний день единственный тобой, он памяти как будто был вчера. За тот великий день, за тот священный бой, ура, ура, ура. Валентин Фирсов.